просто вереница, очередь за ачивками. Полин, какую ачивку получаете? За рот в общем и за брелок. Есть у нас одна легендарная локация на горе. Надеюсь, что в этом году, в этом году удастся сюда подняться, если успеют очистить от борщевика и прочее. В принципе, его здесь не так много осталось, но место прямо вообще. Если вы смотрели наши влоги с первого года, то там куча было интересных выпусков, именно связанных с этой горой, поэтому обязательно гляньте, посмотрите. Вот, а я, пожалуй, обратно. Тут вот компот из ягод. Так. Тут можно взять стакан, набрать этот компот. Ага. Тут лежит черный хлеб и белый. Замечательно. Так, еще. Посуда всякая. Так, что у нас сегодня на обед? Какие салаты? Салат. Непонятно, да? Да. Но ветчины и салат? Весенний. Так, отлично. Морковь, свекла, потом огурцы, помидоры. Так. Апельсины. Перейдем к самому интересному. Так, это что? Так, это соусы все. Рис. Это рис с овощами. Показывай. Рис с овощами. Так, еще. Это гречка. Гречка. Которую почти никто не ел. Ну так, дальше. Дальше. Макарошки. О, макароны, мне кажется, все кушают. Макарошки, да. Да. Потом... Это рыба. Рыба. Рыба, хорошо. Дальше. Это... Говядина. Говядина. Настя, покажи, что там. Это курочка. Курочка? Все едят курочку? Да, наверное. Все нравится. А что с супами у нас? С супами что? Там лапши с курицей и с фрикадельками. Лапша. Хорошо. А вам что нравится кушать больше всего? Макароны. Макароны с курицей? Да. Вы уже покушали? Да. Все. Да. А теперь тихий час спать. В смысле? Вы видели, короче, недовольные лица подростков? У них на самом деле такая фишка. Особенно это прикольно, что у тебя дети до этого момента, когда дорастают, а бывает и ученики просто до этого момента дорастают. Но есть такая фаза капуэра подростка, когда ученик уже дорос до понимания того, что в капуэре как. И он недоволен тобой. Ему надо что-то исправить в себе, а он недоволен, конечно же, тобой для начала, потому что ответственность тяжело. Ну вот, короче, подростки, у них еще фишка такая, что они вот были достаточно счастливыми детьми, им там очень нравилось капуэра, потом они выросли, и у них лица... Нам очень нравится все. И они такие все время, ты думаешь, блин, я точно, они меня ненавидят, точно ненавидят. А потом ты садишься, играет за берембау, они себе такой... Может быть, тренер вам подушечку? Еще что-нибудь там? Чуть-чуть кофеек принесут. И такой, ну уж, блин. А может, и все по-другому? Хабибус.